Всем привет, друзья, с вами снова Беркли, и в этом видео я решил вам показать, как установить Mercedes-Benz GT63S AMG, но уже это у нас новый Mercedes, который на него поставили Brabus обвес, то есть видите, это уже будет Brabus, здесь будет больше тюнинга, а также здесь поставлен абсолютно реальный звук, то есть замененный звук из Forza или откуда-то еще там, я не знаю. Но звук там довольно-таки интересный получился у данного автора, который его залил на этот сайт. Поэтому, ребята, я решил вам его показать. То есть здесь будет аддон, то есть LUTs и тюнинг. Короче, все в одном моде здесь в совокупности в этом моде. Поэтому я решил записать установку именно этого автомобиля. Что ж, давайте перейдем к установке. Для начала нам понадобится его загрузить и установить. В принципе, ребята, я решил вам уже показать с нуля, как его поставить там. Потому что, возможно, новые люди, которые приходят на канал и не знают, как установить данную машинку. Потом Open 4 скачиваем. Далее скачиваем скрипток 5 обычный. Download нажимаем. .NET скачиваем. Также скачиваем GameConfig с этого сайта. Загружаем. Также нам понадобится PackFile LimitAdjuster. Эти все файлы нам понадобятся для того, чтобы наша GTA не вылетала, когда мы будем устанавливать нашу машину. То есть более одной машины. И меню Trainer скачиваем этот, с этого сайта. Загружаем его вот здесь будет ссылка, вот она. Скачали все файлы, переходим к установке наших модов. Открываете туда гирлек вашей GTA, копируете сначала самые легкие файлы. Скрипт 5 обычный открываете, bin, копируете скрипт 5 DLL сюда к гирлек. Я пропускаю, потому что он у меня уже есть. Input 8 DLL закидываете. Также закидываете сюда скрипт 5.NET. Вот эти вот, ребята, все файлы перебрасываем, вот, закинули. Потом копируем PackFile LimitAdjuster, вот эти вот два файла закидываем сюда. Я пропускаю, потому что он у меня уже есть. Вы тоже можете пропускать, если у вас уже есть некоторые файлы с этого видео. HipAdjuster закидываем, вот эти вот два файла сюда. Я пропускаю тоже. Потом закидываем еще напоследок меню Trainer. Все это мы копировали в корневую папку из игрой, туда, где ярлык нашей GTA-шки. Все мы скопировали, можем удалить эти файлы, которые мы закинули. Они помогут нам избежать ошибок при установке, которые мы установили. Удаляем их. Теперь переходим к установке самого автомобиля. Закрываем корневую папку из нашей GTA-шкой и запускаем программу OBZTube. Это программа Open 4. Русский, продолжаем, принимаем здесь все условия, соглашаемся. Скачиваем вот это вот 19 мегабайт файла. Идет установка нашей программы Open 4 и появится после установки ярлык на рабочем столе. После чего запускаете ее и нажимаете здесь Windows. Вот она Windows. И выбор папки. Нужно выбрать, где у нас находится GTA-шка. Grand Theft Auto 5 и выбор папки. Видите, ребята, у нас версия 1868. Для этой версии нам нужно распаковать наш конфиг. Открываем его. Здесь будет 1868, вот эта вот, ребята, версия, вот она, 1868. Важны только эти 4 цифры. Распаковываем сток трафик, распаковываем его сюда. Если у вас более старая версия, к примеру, 1180, ну или если у вас Epic Games, то также распаковывайте 1868, который я вам только что показал. Но если у вас 1180 или более старая версия, заходите в Older Version, распаковываете любую, то есть для своей версии, обязательно для своей версии конфиг, которая здесь написана. Вот, к примеру, 1180, вот, или 1365. Распаковываете 1x трафик или 0.5 трафик. Так же самое, как я сделал с 1868. И закрываете. Далее нажимаем здесь продолжить и еще раз продолжить. После этого наша программа запускается и активируется. Далее, после того, как она активируется, нажимаем здесь «Нет, спасибо» и переходим, нажимаем «Редактирование» и нажимаем здесь «Да», обязательно. И инструменты оси менеджера проверяем, чтобы все было установлено. Если что-то не установлено, нажмите «Установить», иначе мод работать не будет. И закройте. Потом переходите по следующему пути. Заходите в вкладку «Update» и x64 DLC Packs, открываете любой архив DLC RPF и копируйте его папку mods. Я нажимаю показать, потому что он у меня уже скопировал ранее. Копировали и нажимаете потом DLC Packs вот здесь. И сюда в этот DLC Packs закидываете с этого архива GT63S AMG эту папку GT63S AMG. Закидываете ее сюда. Перебросили.
Потом переходим по следующему пути в OpenG4. GTA 5, Update, заходите, вот он, Update RPF, копировать или показать папки Mods, Common Data, ищите здесь TLC List, нажимаете редактировать на него. Переходите в самый низ, нажимаете здесь Enter, и сюда нам нужно вписать нашу модель. Для этого копируете любую последнюю строчку, вот так как я, вставляете ее сюда, и вместо этого прописываете вот это вот, GT63SAMG, копируете название и вставляете его сюда, вот так как я, и сохраняете, и закрываете. Наш автомобиль успешно установлен. Также копируем GameConfig сюда, обязательно вот сюда закидываем. Он у нас заменится. Это все можем закрыть и запустить нашу GTA-шку. Итак, друзья, наша GTA запустилась. И для того, чтобы заспавнить данный автомобиль, просто нажимайте клавишу F8 на клавиатуре. Нажали F8. Вот, нажмите несколько раз F8, если с первого раза не запустилось. Переходите в Vehicle Options, Vehicle Spawner, управление стрелками, выбрать Enter. Переходите в вкладку Favorites и здесь Add New Vehicle Model. Потом прописывайте здесь GT63SAMG, вот так, и Enter, и еще раз Enter. Видите, модель у нас добавилась, вот снизу она, и теперь можем ее заспавнить. Нажимайте Enter. Вот, ребята, она у нас уж успешно заспавнилась, и слышите, ребята, какой звук у нас получился. Да, ребята, звук, конечно, получился топовый. Что ж, давайте заценим тюнинг, в принципе, еще. Хотя моделька и так довольно-таки крутая у нас получилась. Данная машина у нас уже была на канале, я уже делал видео по ней. Но это еще одно видео, но так как звук мне очень понравился, все-таки я люблю хороший звук в машинках, да. Особенно в GTA-шке, вот видите. Ничего себе, так хороший такой звук. Да, сейчас поставим еще на нее тюнинг, в принципе. Так, давайте вот сейчас где-то здесь поставим на нее Brabus обвес этот. Это можно сделать тоже в трейнере меню. Меню Customs, Auto Upgrade. Ничего себе, даже Brabus, видите, вот. Brabus такой поставили. Так, я надеюсь, баф уже здесь нету по поводу стекла переднего. Давайте посмотрим. Да, багов нету. В прошлой модели были баги, поэтому там, по-моему, не работало переднее стекло лобовое, когда его тонировать. Вот, а здесь, ребята, смотрите, все работает. Даже вот спидометр. Модель действительно очень качественная. Даже хендлинг здесь настроил автор. Так, а ну-ка давайте разогнаться. Сколько выжмет. Ну, валит она, конечно, конкретно. Ну-ка, давайте я выйду на шоссе сейчас и понаваливаем там немного. Так, ну, темно, потому что лобовое стекло слишком темное. Но моделька очень качественная. Я хотел ее себе установить, ну, чтобы кататься с ней постоянно, вот. И, ну, я ее, пожалуй, себе оставлю, потому что она довольно-таки хорошая такая модель получилась. Это, по-моему, даже GT63M, или сейчас посмотрим, что там у нас написано. Сейчас только что копы не арестовали нас. Вот, а, это GT63S, вот видите, такой значок. Вот, крутой Mercedes такой. Так, ну что, давайте прокатимся вот туда. По-моему, это даже стандартный звук или нет, я что-то не понимаю. Давайте послушаем. Не знаю. Может, стандартный, может, нестандартный. Но вроде бы нестандартный это звук. Валит она, конечно же, конкретно. Давайте-ка я на шоссе сейчас выйду и там попробую разогнаться. По сути, здесь хендлинг тоже работает. Вот. Ничего себе такой. Ну, за то, что Brabus, вот я его тоже показал. Такой крутой Brabus. Хотя, наверное, из Brabus здесь только вот значок Brabus или нет. Ну, давайте попробуем еще изменить передний бампер. Так, передний бампер сейчас. А нет. Хотя, да, видите, вот, ребята, здесь есть брабусовский обвес.
задний бампер. Сейчас посмотрим. Да, это стандартный. Вот такой вот это стандарт, да? Это получается у нас Брабус. Ну, разница небольшая, разница в надписи. Вот, ну что, давайте прокатимся напоследок. Так, а ну-ка, давайте-ка, сколько нам выжмет сейчас? Ну, может, трафик придется отключить. Сейчас трафик отключу, наверное, чтобы они нам не мешали. Так, трафик, но трафик. Вот. Это в тренере PC Trainer Official называется этот тренер, которым я трафик изменял. Так, ну давайте разгонимся сейчас. Сколько она выжмет? 360 на спидометре, в принципе. 240. 270. Сейчас 300. 300 будет. Есть, ребята, 300, 300, 300 почти. 290. Так, сейчас еще немного. Вот 300 уже есть. Давайте 360 сделаем. Так, а ну-ка. Ну, скорость не очень-то ощущается такая большая. Хотя, довольно-таки большая скорость, видите. 360, нет, 320. Хотя 300 еле едет, в принципе. 300 больше она, получается, не едет. Ну, по сути, это стандартные все автомобили, которые в реальной жизни. Они там вот до конца в спидометр, по сути, не едет как бы в автомобилях. Вот 20 примерно остается всегда в запасе. На спидометре пишут так. Так, давайте-ка вот сюда еще попробуем разогнаться. Вот. Да, звук хороший, в принципе, такой. Довольно-таки хороший звук. Ну, разгон она берет довольно-таки хорошо. Смотрите, вот сейчас попробую из 100 набрать разгон. Вот сейчас примерно 100 у нас. Ничего себе, смотрите, 100-200 вот где-то пару секунд там идет. Да, а с нуля до 100 давайте посмотрим вот так еще. Так, раз, два, три. Да, есть. Пару секунд, ребята, 2 секунды и уже 100 на спидометре. 200, ну где-то 7 секунд до 200 примерно. Так, ну что, 300 уже даже, вот видите. Почти 300. Ну едет она хорошо, довольно-таки хорошо. Да. Так, будет 360 или нет? 300 больше не едет, ребята, как видите. Вот, максимум получается у нее 300. Да, но все равно, видите, вот подсветка там крутая такая есть в автомобиле. Из минусов то, что не работают зеркала вот заднего вида. Так себе работают. Или может это у меня вот в настройках заднего вида. Не работают они. Ну давайте я попробую изменить в настройках. Сейчас. Качество отражений, наверное. Вот, поставим на очень высокие. Это у меня или не у меня? Ну что-то там видно, но не так, чтобы разобрать все. Да. Скорее всего, это такая моделька, что зеркала не сильно там работают. Вот, но все равно она довольно-таки хорошая, в принципе, такой Mercedes. Вот, я надеюсь, он вам понравился. Это уже как бы третья модель данного Mercedes. Я уже ранее показывал, там еще был подобный у нас Mercedes с автоустановкой. Я показывал, но там без звука, по-моему, было. Вот, самая легкая установка называется. А так, довольно-таки хорошая моделька. Этот Brabus крутой такой. Я, пожалуй, его себе оставлю. Так, а ну-ка давайте попробуем еще решетку радиатора сменить. Сможем ли мы это сделать? Сейчас, решетка радиатора. Ну да, это как бы тюнинг. Видите, вот Брабуса сколько здесь тюнинга. Вот такой вот есть. Вот я думаю, что типа оно как бы что-то не очень смотрелось. Вот Mercedes обычный, а это у нас Брабус. Вот Брабус хромированный и Брабус такой матовый, черный. Вот это тут более лучший. Крылья. Крылья тоже здесь нормальные такие. Так, потом, что там еще такое с внешки.
Ну и, в принципе, все. Такая вот у нас, ребята, модель получилась. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Кстати, из минусов то, что что-то спойлер здесь не работает, по-моему. Или он должен выдвигаться, или нет. Не знаю, напишите в комментариях. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите следующих видео по установке автомобилей, паков и других интересных модов. Всем спасибо за просмотр. До свидания, всего хорошего.